Так, это оригинальная УШМ, потребляет 2,2 киловатта, на выходе где-то на валу 1,5 киловатта. Вот. Это уже переделанная, у нее двигатель уже стоит на Славянке, здесь вот перепроектированный. Вот здесь вот вообще пустая часть, это пока что он не работает, вот здесь вот отключен, он через частотный преобразователь. Здесь внутри будет частотный преобразователь, который будет его все питать. Значит, преимущество вот эту вот штуковину, вот эту вот, вы в Европе продать не сможете. А вот эту штуку с этим мотором вы уже можете продавать и в Европе, и в любой другой стране мира. По классу энергоэффективности и всем остальным там характеристикам. Вот вам большая разница. Это вы не продаете, а это вы продаете. Вот и все. Это то, что дает уже двигатель. И еще демонстрация, чем отличается инструмент с мотором Дуйнова. Смотрите, называемый выбег, да, свободный. Как механизм крутится. Это при том, что здесь механик еще стоит, индуктор там. Да. То есть он крутится нормально, мотор. Нет сопротивления самого мотора и этой механики и включения. Вот здесь, как в оригинале. Вот разница.